Добро пожаловать на Hard Reset Info, это Huawei Y5P. И сейчас я покажу, как изменить язык системы на этом устройстве. Итак, вначале переходим в приложение «Настройки», затем спускаемся в самый низ и выбираем предпоследний пункт «Система и обновления». Затем мы с вами выбираем пункт «Язык и ввод», после чего выбираем «Язык и регион», нажимаем «Добавить». И выбираем любой из доступных языков, например, белорусский. Нажимаем «Изменить». Все, язык системы изменен. Если хотим вернуть опять русский, нажимаем на русский. И все, язык опять изменен. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь. Пока.